Вы сделали хорошее дело мне и вам. И жалейте о том. Нашего гроссмейстерского полка прибыло. Поздравляю, Сережа. Спасибо. Ну, молодец. Там же сразу коня ножи три жертвы. Я видел, там же 4. Аж 5. А же 3 тогда. А же. Король же 2. Кони в 6, ладья аж 7. А мата все еще нет. Да должен там быть мат. Приз за красоту гарантирован. Важен был результат. Ничья, которая сделала человека гроссмейстером. Да ладно, будет у меня еще такая позиция. В следующем же турнире. А в следующем турнире результат будет еще более важен. Не-не. Я вижу по его лицу, что он теперь будет играть для души. Верно, Сергей? Все верно. Только душа моя хочет попасть в сборную. Такую песенку, кстати.